идем по Башлаку. Наша улица как сейчас выглядит. Сейчас мы дойдем прямо так до центра. Снимаем очки. Иду я в очках. Может быть, козырек сверху будет видно. Это шапка. Вот сейчас где-то минус 3. Не знаю, насколько столько хватит. В этом году дороги что-то хреновато. Чистили. Плохо. Но все-таки чистили. Интересно, как сейчас ветер сдувает. Микрофона у очков нет. Не знаю. В ушах шумит. Вот здесь вот начинается наша улица Гоголя. В этом году вот этот город накатанный ребятнем. Мало катались в этом году. Уже уровень воды подниматься начинает. Скоро здесь наша речушка потекет. Говнейка наша. Ну а тротуар здесь стал, как говорится, отображаться уже. Где он начинает, где заканчивается, неизвестно. Вот такая вот петрушка. По асфальту уже ручьи текут. Сегодня 3 марта. Или 4, что ли? Передо мной строительный магазин «Гермес». Мы сейчас идем на ЖД вокзал. Вот здесь вот тоже тротуар, весь во льду. Так что упасть здесь ненароком-то можно. Брусчатка. Чистить ее страшно. Выкурить можно. Вот наша церквушка. Вот такая вот она. Башмакова. Это прям вокзальная площадь автовокзала. Видим на ЖД вокзал.
наш автовокзал. Здание нашей администрации. Вон входы отстроили новые. Что будет дальше, хрен посмотрим. Сейчас увидим. Вон там до конца доделано. Сейчас пройдемся по рынку, что ли, небольшому, так сказать, ежедневный наш рынок. В субботу нас там заведен. А это как бы ежедневный.
тебе еще ради него. Ты это, да? Рынок наш привокзальный, площади, возле ЖД вокзала. Сейчас мы зайдем на сам ЖД вокзал. Там не человек должен ждать, мне придется подождать. Ну, сейчас придем. Вот вокзал наш. Петровских времен у нас. Говорят, Петр Первый ее сам ставил. Сам ли ему помогал кто? Я не знаю. Все там ящики сниму. Сейчас мы пройдем другой дорогой. Немножко. Магазин обуви, а вот здесь вот вроде как шматье будут торговать. Так вот выглядит первый день весны у нас в Башмаково. Кто-то мне звонит. Слушай. Сейчас буду, минут через 15. Я в центре, вот сейчас иду. О. Ну, у меня жена дома. И сейчас я давай отдашь, и оно прямо это там. Сейчас давай я ей позову. А, давай. Жена. Вот так у нас Башмакова. О, там человек пришел. Вот железная такая херня стоит за 300 рублей. Отдай ему. В коридоре где спали. Круглая такая. Квадратную оставь, а круглую отдай. Он тебе 300 рублей отдаст. Давай. Особо не уходит. Вот такое у нас. Там вот у нас детская площадка построена. Сейчас мы в нее войдем.
торговый центр. От обои до гвоздей нет тут. Площадку-то делали. Скамеечки. Но летом, наверное, будет лучше выглядеть. Летом, конечно, интереснее будет выглядеть. Со школы идет. Пойдем через школу. Посмотрим, что там. Кабелина, тухик, лохмутик. О, Настя, любовь на веки, люблю тебя. О, ну как же без этого любить ветки. Здесь есть спортзал, а с той стороны столовая. Вот это же сама школа. Конечно, гололёд. Ну да, детишкам хорошо катается. А я ж так не разбивались. Да, Оль. Ага. А чё? Чё? Здорово.
А каких отливов-то? Хорошая. Ширина полочки, сколько тебе вверх, сколько тебе вниз. Ну, вверх-вниз, я понимаю, стандарт. А ширина полочки-то? А я откуда знаю? Ты на что это делаешь-то? А? Подожди, ты это делаешь под крышу или куда-то это? Да как они? Не, желоба тебе надо. А-а-а. Сколько тебе метров надо их? Ну сколько? Один тебе, два, три, десять. Блять. Пять штук выходит 1.25 м на это, по ширине 1.25 м. Ну да, 5 штук их выходит. Сейчас я подойду буквально минут через 10. Давай. Ну я вот уже тут к краю Гермеса подхожу. А, давай. Ну, пошел снимать, блядь. Кому-то я обязательно нужен. Здесь, наверное, можно уже переставать снимать. Здесь мы, наверное, и были. Ну все, ребят, подписывайтесь на канал. Очки я еще буду использовать. Это пока что все пробное, ученическое, как говорится. Все научимся, все сделаем.